На самом деле высокая заболеваемость рака – одна из самых высоких, один из самых высоких уровней в мире, в России. Это проблема не лекарств. Сегодня практически 100% лечится рак в Европе, ну, по крайней мере, в высоко развитых цивилизованных странах, в Америке, в Канаде, в Японии, потому что рак – это, прежде всего, диагностика. Рак нужно распознать на ранней стадии, и тогда он легко лечится. 100% излечиваются люди, если рак обнаружен на ранней стадии. У нас, как всегда, все запущено, потому что системы диагностирования вообще нет. Вот представьте себе в Германии человека, который не раз в два года, два раза в год не проходит обследование основательное, невозможно. Потому что его просто не возьмут на работу без этих справок о том, что он прошел все обследования. Потому что немцы хотят, чтобы нация была здоровой. И обследование ежегодное, дважды в год, происходит в Германии для всего населения. Поэтому нет смертности от рака вообще. Потому что он обнаруживается на ранней стадии, не только рак, но и все, большинство тех заболеваний, с которыми мы сегодня не можем бороться. А с ними надо бороться вот только таким способом. Потому что когда человек уже труп, ну, трудно там в него вдыхать жизнь.